Ребята, всем привет, Вещи Олег на связи, ваш футбольный пророк и лучший друг в мире беттинга. Я знаю, вы заходите в YouTube для того, чтобы найти хороших прогнозистов, которые могут вам помочь зарабатывать на ставках. Вам нужен тот человек, не который вам скажет, вот, бери и ставь вот на это, потому что все-таки у вас должна быть и своя голова. Вам нужен тот человек, который даст вам некие альтернативы, варианты и объяснит некую логическую последовательность мыслей, почему тот или иной прогноз должен заходить. И, к счастью для вас, ну и, наверное, для меня тоже, то, что такой человек в YouTube есть, и это я. Пускай это звучит нескромно, но давайте перейдем к сухим фактам. За последний день группового этапа, 23 число, у меня к банку плюс 11 009 рублей. За один день. За один день. За 13 дней группового этапа чемпионата Европы общий прирост к банку плюс 30 629 рублей. Опять же, вся подробная статистика по каждому дню, по каждой ставочке, все это есть. Я выкладываю ежедневно на телеграм-канале, я делаю ставки в Ютубе, в лайв-режиме в Телеграме, пре-матч-режиме в Телеграме. Все это есть, вы за этим всем наблюдаете. Я максимально открыт и прозрачен, и уже за это заслуживаю вашего лайка под этим видео. Ну, а учитывая такие шикарные результаты, я думаю, что заслуживаю еще и подписку на данный канал. Ну и это еще не все. Я, видите, давал вам долгосрочные ставки на чемпионат Европы вот в этих двух видео. И по долгосрочным ставкам прирост к банку плюс 21 122 рубля. За вот эти 13 дней группового этапа я сделал плюс 51 751 рублей к банку. Причем вы вот что должны понимать. Средняя сумма ставки 2800 рублей. То есть у меня прирост к банку больше, чем плюс 18 номиналов от средней ставки. Это показатель, он не то чтобы хороший или шикарный. Нет людей на этом евро, блогеров, прогнозистов, которые лучшие показатели прироста к банку по отношению к номиналу, который они делают ставку. И я это не просто так, опять же, говорю, я слежу за различными прогнозистами сейчас. Вообще, я в Ютубе, помимо себя, знаю, ну, максимум еще двух прогнозистов, которым можно как-то прислушиваться, у которых есть здравая аналитика, какие-то рассуждения, неплохие ставки и проходимость. Все остальные, а я опять же говорю, я просмотрел всех перед Евро специально, во время Евро, делятся на две категории. Первое — это мошенники. Я знаю, вы сейчас будете некоторых писать в комментариях: Олег, ну вот этот же хороший, у него же там прибыль, плюс банк, у него же статистика шикарная. Есть первая категория — мошенники, которые, во-первых, ставят на виртуальных счетах, там по 50, по 100, по 200 тысяч рисуют им букмекеры. И эта же категория людей тупо поделают статистику, в которую верят подписчики. А вторая категория людей — это просто попаны, которые ни хрена в футболе не понимают, которые не могут даже объяснить логически нормально, почему берут то или иное событие, у которых даже, может быть, будет плюсовая полоса какая-то, и они гордятся тем, что у них заходит 5-6 ставок в ряд с коэффициентами 1.30, 1.40, максимум 1.50, только потом один неудачный день, где три ставки у них не прошли. И если считать по сумме банку, а не по количеству проходов и минусов, то там в лучшем случае при своих ребята остаются. Ладно, я напоминаю, что если до 250 тысяч рублей я банк доведу, то, соответственно, 20 тысяч рублей среди вас разыграю. Но уже даже сейчас розыгрыш 10 тысяч рублей проводится на этом YouTube-канале. Все подробные условия в описании, довольно простые. А теперь мы начнем с первых матчей 1/8 финала. Уэльс играет против Дании. В этом матче я особо не рекомендую лезть в исходы, даже в тотал. Ну, здесь считается тотал меньше 2.5, но даже на это событие низкий коэффициент дается. Понятное дело, Уэльс низовая команда, Дания тоже не сказать, что очень результативно была на групповом этапе. Но букмекеры ошиблись, когда выставили Данию таким большим фаворитом в этом матче. Может быть, многие попаны вам будут сейчас рекомендовать грустить на победу Дании. Даже, может быть, Дания победит, но все равно это не будет менять того, что коэффициенты расставлены неправильно. Поскольку Дания, да, показала неплохую игру в матче против Бельгии и Финляндии, но проиграла эти матчи. Дания все эти три поединка проводила дома. В каждом из трех матчей Дания пропускала, то есть ненадежность в обороне тоже присутствует. И, в общем-то, Уэльс даже в своей более сложной группе, на мой взгляд, там соперники посложнее у них были, они набрали 4 очка. И, в общем-то, Уэльс проиграл минимальной Италии, играя весь матч в меньшинстве. Но даже от итальянцев очень много голов не пропустил. В то же самое время Уэльс не проиграл Швейцарии. Может быть, конечно, они там играли вторым номером, и где-то им повезло с голом, но все равно не проиграли, больше одного гола не пропустили. А турков они вообще не пропустили, даже по игре переиграли Турцию.
позицию 2-0, и по счету тоже, и создавали больше моментов в том матче. Поэтому Уэльс — это неприятная команда, которая умеет играть вторым номером, так что в этом матче я лично голов много не жду, но в исходы лучше, конечно, не лезть. Уэльс играет вторым номером, поэтому всем своим соперникам позволяет зарабатывать много угловых. 12-4 швейцарцы их по углам переиграли, 10-7 турки, 7-1 Италия. Дания, в свою очередь, 9-0 переиграла по углам Финляндию, удивительно уступил 2-4 Бельгии, при том, что в этом матче большую часть времени атаковала, и 7-1 переиграла сборную России. Я убежден, что в этом матче датчане заработают минимум 5 угловых и сделают это раньше Уэльса. Я не думаю, что вообще Уэльс слишком много угловых заработает, даже если Дания забьет быстрый гол, в чем я сомневаюсь, конечно же. Все равно Дания не будет прямо давать инициативу Уэльсу, и поэтому лично я предлагаю вам для рассмотрения следующие варианты. Гонка до 5 угловых, победа Дании, коэффициент 1.60, это более рискованный вариант, либо же более надежный вариант, просто индивидуально тут угловых Дании больше 3.5 за коэффициент 1.48. Опять же, на что поставил я, в конце видео вы уже узнаете, но здесь я вам рекомендую сейчас более такие надежные, на мой взгляд, вариант. Дальше идем, Италия играет против Австрии. Понятное дело, что всем понравилась Италия, я запускаю себя в телеге на канале голосование, 50% голосуют за то, что Италия выиграет этот чемпионат уже. Я не разделяю их впечатлений, вообще на третьем канале я выпущу подробное видео, где, на мой взгляд, объясню, кто должен выходить в финал этого чемпионата мира, и вы точно, наверное, большинство из вас не согласитесь со мной, хотя я в этом варианте убежден, но вы не согласитесь, поскольку за этот вариант, за эту сборную никто практически не голосовал. По поводу Италии, я не жду их ни в финале, в лучшем случае в полуфинале, но я не могу не отметить, что да, итальянцы шикарно играли, итальянцы не пропускают уже там в 11 матчах подряд, итальянцы одерживают уверенные победы, действительно, в 3 матчах подряд на групповом этапе тут меньше 3-5 у них проходит, но здесь вот в чем загвоздка, они все матч играли-то дома, в Риме, при поддержке болельщиков, а это матч пройдет на нейтральном поле на Уэмбли, будет сложнее. С другой стороны, Австрия меня не сильно впечатлила. Да, они абсолютно по делу разобрались с Украиной. Северную Македонию 3-1 победили, хотя в первом тайме меня явно не впечатлили. Но проблема в том, что Италия – это не Украина, не Северная Македония и даже не Голландия. Хотя с Голландией австрийцы тоже испытывали проблемы. Как только они подходили к чужой штрафной, они вообще не понимали, что с мячом делать, в общем-то. А с Италией будет еще сложнее, они еще более грамотнее обороняются. Поэтому, на мой взгляд, в этом поединке австрийцы вообще не забьют. Вот. Итальянцы должны, на мой взгляд, 1-2 гола забить. При этом я скорее поверю в 0-0 в основное время, чем в огромное количество голов в этом поединке. Но все равно итальянцы должны давить хотя бы во втором тайме. Поэтому вариант P1 плюс тотал меньше 4.5, мне кажется, наиболее надежный для вас, коэффициент 1.71. А теперь мои ставки. Матч Уэльс-Дания. Гонка до 5 угловых. Победа Дании. Коэффициент 1.60. 3000 рублей ставлю. Удары по воротам. Индивидуальный тотал Дании больше 15,5, коэффициент 1,90, 2800 рублей оставлю. Смотрите, датчане много били по воротам на групповом этапе. 16 ударов против сборной России, 22 с Бельгии, 23 против Финляндии. Уэльс, опять же, глубоко садится, и поэтому их соперники очень много ударов наносят по их воротам. 23 итальянцы, 17 турки даже, да, и 18 швейцарии. Так что эта ставка, мне кажется, неплохая. Также в двойник я беру фору плюс 1 на Уэльса за коэффициент 1,55 и добавляю то, что Италия матч против Австрии забьет во втором тайме за коэффициент 53. Общий коэффициент экспресса 2.37, 2700 рублей оставлю. Еще 5000 рублей я разделил на 3 ставки, 2000 рублей ставлю на P1 плюс тотал меньше 4.5 на Италию за коэффициент 1.71 и по 1500 рублей на P1 плюс тотал меньше 4.5 за коэффициент 2 ровно и то, что Австрия не забьет в этом матче за коэффициент 1.92. Как вы уже могли догадаться, в этом видео ставка дня будет матч Италия-Австрия P1 плюс тотал меньше 4.5 за коэффициент 1.71. Все-таки матч Уэльс-Дания более мутный в этом смысле. Итальянцы, по крайней мере, на этом этапе должны не испытывать проблем против Австрии, пускай и на нейтральном поле. Мои друзья, единомышленники, у вас есть банк, я проставлял по 500 рублей на матчи группового этапа, на те ставки, которые вы выбирали в комментариях. Всю прибыль в конце турнира, если она будет, а я надеюсь, она будет, я разыграю среди вас. И матч, который я выбрал для вас, это поединок Бельгия-Португалия, три варианта для вас. Первый, фора 1-0 на Бельгию за коэффициент 1.81, обе забьют коэффициент 1.93, и не проигрыш Португалии за коэффициент 1.58. В комментариях пишите, какой из этих трех вариантов вам нравится больше всего, какой из них пройдет, можете свои варианты предлагать. Ну и наиболее закомментированные, залайканные варианты, на него я поставлю 1000 рублей. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, в розыгрышах участвуйте, на стримы приходите. Успехов вам, увидимся в следующем видео.